Добрый день, уважаемая комиссия. Меня зовут Рязанский Арсен Артурович. Я ученик 6 класса на Нанинской МБО. Тема моей исследовательской работы – создать игру «Змейка» по программе Scratch. Введение. В наше время дети быстро осваивают технологию. Они любят гаджеты, телефоны, смартфоны, айфоны, планшеты, компьютеры и другие гаджеты. Но кто не задумывается, что как и кем создаются для нас такие привычные вещи, и в том числе компьютерные игры. Компьютерные игры создаются специалистами, профессиональными создателями по программированию, так называемыми программистами. Спрос на гаджеты и технические устройства растет, как и спрос на программистов. Чтобы создать какую-нибудь программу, нужно научиться программировать. Цель – создать компьютерную игру «Змейка» по программе Scratch. Задача – ознакомиться с возможностями программирования Scratch. Изучить возможности данной программы Scratch. Создать собственную компьютерную игру «Змейка». Гипотеза – каждый может создавать свои компьютерные игры с помощью программы Scratch, проявляя свои творческие технические способности. Объект исследования – программа Scratch. Предмет исследования – компьютерная игра «Змейка». Методы исследования – опрос, поиск, анализ. Практическая часть. Я создал свою первую компьютерную игру «Змейка» с помощью программы Scratch. Ты управляешь существом, напоминающим змею, ползающей по плоскости экрана, собирая еду. Когда ты собираешь еду, твой хвост становится длиннее, и не нужно касаться края игрового поля или своего хвоста. Есть 4 кнопки движения – вверх, вниз, влево, вправо. А хвост движется за головой змеи. Побеждает тот, у кого змейка длиннее. Мой проект находится в интернете, и его можно найти по адресу scratch.me.edu/project/4555-52353. Заключение. Цель нашего исследования была достигнута. Программа Scratch позволяет создавать компьютерную игру. Эта компьютерная игра «Змейка» заинтересовала моих одноклассников в уроке информатики. Компьютерная игра «Змейка» развивает у детей внимательность, ловкость, гибкость и быстроту мышления. Используя программу Scratch, я научился выбирать интересные для меня направления работы, формулировать для себя идеи, воплощать их в жизнь, делиться с результатами. Но и на этом моя работа еще не закончена. За кажущейся простотой программы скрываются возможности, которые необходимости использовать и в старших классах. Спасибо за внимание.